Слышим точно. Не, давай не по приколу. Сейчас, вы больше сейчас поедете, да? Только, ребят, только все вместе, ладно? Не-не-не, давайте по приколу. Я тоже. Наши я за. Давайте. Сейчас еще полвагона заорут. Ребята, когда три раза ура, первых два раза как бы. Раз, а третий ура протяжно идет. Только все вместе, давайте вместе. Я вам дорогу глюк. А ты там не стесняйся. Давайте. Вот кто с нами до последнего, тот с нами. А кто не с нами, то смотрит по сторонам. Но когда мы хики еще вспомним, как мы ехали в Мюнхене, весь лет. Так, русские все готовы? Русские все готовы? На 3-4. Ура! 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 А видно, что он доволен, что он стал.